Первый рабочий день в наступившем году встретил ивановцев непривычно холодной погодой. Столбик термометра утром 9 января опустился до минус 10. По-европейски теплая зима началась в декабре, когда среднемесячная температура была на 1-2 градуса ниже 0. Это утверждают метеорологи на 6 пунктов выше климатической нормы. Ту же картину жители города наблюдали и в новогодние праздники, когда температура колебалась у нулевой отметки. Какой будет вся зима, специалисты говорить не берутся, но утверждают, что ближайшие дни будут по-январски морозными. До конца текущей недели синоптики гидрометцентра Ивановского прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, а преобладающая температура воздуха в ночные часы минус 10, минус 12, днем минус 6, минус 8 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.